Всем привет! Сегодня будем готовить оладьи с сыром. Необходимы ингредиенты: 1 яйцо, 3 столовых ложки сметаны, 3 столовых ложки муки, сыр 30 грамм, щепотка соли и соды и 1 небольшая помидорка. Примерное время приготовления таких оладий 10 минут. С такого количества ингредиентов, как у меня, получается примерно 8 штук. В глубокой емкости смешиваем все наши ингредиенты. Помидорку, добавляем яйцо, сметану, у меня жирность 20%, муку, щепотку соли и соды и сыр, нарезанный вот такими небольшими кубиками. Перемешиваем нашу массу до однородности. Посмотрите, какое должно получиться тесто. И идем жарить. Включаем средний огонек, наливаем растительное масло на сковородку и начинаем выкладывать наши оладьи. Также в такие оладьи можно добавить колбасу или ветчину по желанию. У кого что есть в холодильнике, все пойдет в ход. Жарим примерно по 2-3 минутки с каждой стороны до золотистой корочки. И можно подавать наши красивые и румяные сырные оладьи к столу. Называется «Минимум времени» и вкусный завтрак готов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Дальше будет еще больше новых и интересных рецептов. Желаю всем хорошего настроения, до скорых встреч, пока-пока. Увидимся в моих следующих видео.